Привет, привет! Настенька, приветик! Мы идем на поиски сокровищ, которые спрятаны вот в этом лесу. Идем скорее, скорее. С нами Каштанка. Там Максим уже вот с металлоискателем ищет сокровища. Кирюш, иди помоги Максиму найти клад. Иди скорее помоги. Посмотри, он ищет. Без тебя никак не может найти. Ау! Ау! Туда? Это. Давай. Копать? Копай. Копать. Ну, давай. На. Здесь, сюда, в ведро, да? Ставь. Ты думаешь, здесь клад зарыт, да? Тут. Тут? Тут. Ну, давай. Будем искать. Вот. Ты. Тут, тут, тут. Девчонки, вы притомились, да? Устали? Да. А клад будем искать? А где он спрятан, вы знаете? Да? Так, по-моему, мы нашли, где клад. Сейчас мы его выкопаем. Девочки, смотрите, это же карта! Карта нам уже не нужна, потому что уже знаем, где клад. Вау! Вы нашли сокровища! Посмотри, бусы и всякие бриллианты. Ой, как же нам повезло! Девочки, какие вы молодцы! Сколько всего, посмотрите! Это точно бриллианты! Нет, прыгать не будем. Уже сейчас как раз кидается. Вы так смотрели просто. Вы представляете, здесь есть кольцо. Это волшебное кольцо пони. И бусы, и жемчуга. Вы только посмотрите, какой клад. Девочки устали. Копали-копали, искали клад. Сели посидеть. Устали, да, малыши? Устали? Настюш, ты устала? Да? Кира, ты устала? Да? Ну, пока, пока, пока! Понравилось видео? Тогда подписывайся на наш канал. Жми на кнопочку, которая находится внизу экрана. Пока-пока!